Отлично. У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. Так, друзья, ну вот что получилось. Вот таким вот образом я сделал. Сейчас мы его снизу закрепим и будем. Нереально. Больше я не унесу. Сюда. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Спокойно, Лара, без нервов. Thank you.
сейчас тошнит. Не спеши. У тебя все получится.
Выбора у меня нет. Это один из мятежников? Где-то здесь должен быть вход. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да, сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. Тут нефть и кровь. Тут нужен катализатор. Путь свободен. Надо идти дальше.
что, зал для кровопут... Надо спуститься пониже. Это что, зал для кровопускания? Надо спуститься пониже. Это что, зал для кровопускания? Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы.
Теперь искать ларец. Змея. Вот что они нашли, Тринити. Вот этот мелкий бунтарь. Эдли! Вот она! Хватай! Если можешь, кучу хочешь.
хочет кое о чем тебя попросить. Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу. Никогда не видела Учу таким злым. Учу? Что случилось? Нереально. Больше я не унесу. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Я тебя не узнала. Что ты здесь делаешь? Откуда у тебя эта туника? Это подарок от Унурату. О, ты гостья королевы? Я не хотела тебя обидеть. Прошу, прости меня. Все хорошо, не волнуйся. Чем я могу помочь? Боги нам благоволят. Хорошо. Это твое. Хорошо. Это твое. Боги нам благоволят. Это твое. Хорошо. Это твое. Хорошо. Боги нам благоволят. Хорошо.
Боги нам благоволят. Хорошо. Это твое. Боги нам благоволят. Это твое. Хорошо. Это твое. Хорошо. Приходи еще. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Торгуем? Прошу, у меня едва хватит, чтобы воздать дань. Дань? Кому? Септику Кулькана, конечно же. Берут половину выручки с базарного дня. Но если решат, что я надул их... Я поняла. Спасибо, Ишик. Теперь поторгуем? Отлично, я одобряю твой выбор. Это очень разумная покупка. Спасибо тебе. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Сейчас заняты практически все. Кожевники, лесники, ткачи, красильщики, даже учителя. Во всех районах готовятся. На рынке будет полно народа. Великие перемены ждут этот город и его жителей. Мы должны приложить все силы, чтобы помочь... Кулькану открыть новый мир. Нет, Писка мертвец забрал мои кубики, и мне никто не верит. Но это он их взял. Мертвец забрал кубики? Ты их точно не потерял? Ох, но ты ничем не лучше их. Прости, ты прав. Давай так. Я буду смотреть очень внимательно, и если увижу Писка, попрошу его вернуть кубики. Правда? Ты мне веришь? Мне уже приходилось общаться с мертвыми. Это Писка взял мои кубики. Надеюсь, ты их найдешь.
Сеттенс, ты веришь, что один момент может определить самые важные события? Один раз я поймал дома рыбу в колодце. Папа говорит, это потому, что под некоторыми домами... Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Будь осторожна, мы нашли волчье логово неподалеку. Но, возможно, ты здесь именно поэтому.
Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Thank you.
Конечно. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили.
Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Вроде там глубоко. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Я вижу только что-то про нефрит.
Это что-то вроде панегирика тем, кто здесь похоронен. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Тут недавно кто-то побывал.
то, что я искала. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили.